Всем привет! В этом видео хочу поговорить о лампах мини-фермер. Значит, в марте они у меня появились. И получается, все лето, 8 месяцев работали. Получается, видите, вот там, там, вот здесь была лампа. Здесь и вон наверху. И значит, вот здесь была линейная лампа, большая. Прошу прощения. В один день вечером я включаю вот такую лампу, загорелась и потухла. Я ее туда-сюда, туда-сюда, ну как вот девочки. Не лезут, я же не лезу к проводам, боюсь, не знаю, что там. Просто туда-сюда покрутила, она загорелась. На следующий день вечером включаю, она загорелась и потухла. Получается, 8 месяцев проработала. И все. Но я реально каждый день, ну, каждый вечер их включаю. И летом, и вот весной включала, летом и осенью. Потому что я вообще освещение в комнате не включаю. Стандартное, обычное. Только вот эти лампы. Они светят ярко. И самое главное, они не раздражают глаз. На нервы не действуют. И когда она у меня не включилась, у меня наступила такая паника. Я прям, ну, знаете, лишилась чего-то. Вот, допустим, у меня в прошлом году сломался телефон. Он не сломался, он просто умер. И я осталась как будто без руки. Ну, на самом деле, без телефона очень сложно, когда привыкаешь столько лет. И то же самое вот без этой лампы. У меня прям... Я уже всем девочкам, девочки, у меня лампа потухла. Звоню Илье в мини-фермер. Он говорит, какая лампа? А, такая-то, такая-то у меня биколор была. Кажется, биколор. Ну, уже не важно. И говорю, сломалась. Он говорит, ты знаешь, да, как-то вот какой-то глюк именно в таких лампах. И не переживай, говорит, сделаем. У них оказывается, представляете, как, ну вот все-таки в России мало таких фирм, которые не только продают, но и в ответе за свой товар, они, если у вас сломалась, оказывается, лампа, то мини-фермер их чинит бесплатно. Если живете в Москве, вы привозите им, они чинят и привозят. Ну, как-то так. А если, допустим, в другом городе человек купил лампу, она сломалась, то мини-фермер просто высылает новую. Вот такая фирма. Ну, если честно... В России таких нет людей, и им лишь бы впихнуть, продать и все, и забыть. А потом ты никогда в сервисный центр даже не дозвонишься. Вот поверьте мне, у меня техника дорогущая ломалась, месяц нужно ждать, хотя по гарантии, ну, короче, сами знаете, что говорить. Человек мне привез, Илья, который работает в мини-фермере, ну, вы, многие из вас, знаете его, привез мне новую лампу. Старую лампу я отдала. И вуаля, новая лампа. Вот Илье большое-большое спасибо. Это я могу часами об этом человеке говорить, потому что, ну, для меня он волшебник. Как бы вот новая лампа. И она, знаете, чем отличается? Вот предыдущие лампы у них... Я попозже покажу, сейчас встану. Вот этот адаптер был вот так вот прикреплен. Сейчас у них немножечко по-другому, потому что вот этот адаптер, ну, не, многие говорят, что когда вешают, то он мешает. И он теперь просто съемный. Сейчас я вам покажу старую лампу. Вот, видите, адаптер вот здесь, он, ну, я не знаю, правильно называю, неправильно,
он прикреплен, ой, полностью. А у того просто съемный, он будет висеть в сторонке и не мешать. Итак, значит, я повесила лампу. Но на самом деле огромная прелесть. Она даже больше, чем была старая. Светит ярко именно для моих котлей. И смотрите, как интересно, просто адаптер. Лампа получается теперь легче. И адаптер. Так, где он? Ну, вот так вот провод идет. Вот там розетка. И вон он, адаптер просто висит, и все. Вот он. Очень удобно. Ну, спасибо мини-фермеру. Фу, а то зима, и такая фишка перегорела, и. Мини-фермеру большое спасибо, и так приятно общаться с людьми, которые вот понимают, входят в положение. Если что-то не так, они или чинят, или меняют. У нас в России такого нет. Нигде я еще пока не встречала. Только хотят отобрать, а здесь дают. Так что вот такое видео. Я безумно рада. Еще новиночки у меня, но сниму в другом видео. Мини-фермеру спасибо, Илье спасибо. Ах да, забыла. Илья сказал, если вы будете покупать лампы у мини-фермера, вы можете сказать, вот я от Светы Кончура, и вам сделают скидку 10%. Так что заказывайте, покупайте, не пожалеете, вот честное слово. И будет 10% скидка. Всем пока, до скорых встреч!